государству нужны жестко социализированные и дисциплинированные люди, выполняющие какие-то системные заказы и законы. А искусству нужен человек, который может заплакать, который может прочувствовать. То есть легкий, свободный, чувствительный человек. Я все же отношусь к числу непуганных людей. Я никогда ничего не боялся. А это, в свою очередь, основывалось на том, что я обязан был доверять вкусу своему и вот тому, что внутри у меня существует.